Сегодня свой 173-й день рождения празднует Сбербанк России. На традиционной пресс-конференции журналистам рассказали о том, какую банковскую политику здесь проводят, что думают по поводу развития новых направлений и как работают с клиентами. Сбербанк лидирует в обширном банковском сообществе. Спектр их услуг разнообразен. Во главу угла здесь ставятся интересы клиента. Различные виды оформления кредитов, вкладов, пенсионных накоплений, оказания услуг в режиме онлайн. Таким выглядит сегодня банк с многовековой историей. Я считаю, что с этим нужно поздравить не только нас, сотрудников банка, но я думаю, что и вообще там, и вас, и все население страны. Я на самом деле думаю, что Сбербанк – это по-настоящему национальное достояние. Ко дню рождения сотрудники подготовили фильм. Акцент сделали на своих преимуществах. Ну и, конечно же, не забыли о перспективах. Руководство делает ставку на долгосрочную работу с постоянными клиентами, внедрение современных форм обслуживания и расширение материально-технической базы на основе приобретения новейшего программного продукта. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.